Здравствуйте, дорогие консультанты и лидеры! Сегодня речь пойдет о планировании. Согласитесь, что нам часто бывает грустно от того, что нужно сесть за компьютер, открыть файл планирования, вписать сроки, даты, свои цели, оценить ресурсы, составить список задач и составить расписание месяцев, недель и дней. Но если задуматься, что за каждой цифрой стоят конкретные люди с их мечтами, внутренним миром, их талантами, то планирование становится одной из самых увлекательных частей нашей работы. С самого начала, как только мы получаем стартовый набор, в нас уже заложен потенциал роста и развития. Со статуса лидера начинается его реализация. Это будет просто, если с самого начала каждый сделанный шаг ведет к следующему этапу. Так, 17 лет назад, когда я стала лидером, я чувствовала свой потенциал и знала, что стою как бы у подножия горы, на которую нужно подняться, хотя и не знала, какие нужно делать шаги для быстрого подъема. Но за 3 года, шаг за шагом поднимаясь, я стала национальным лидером, о чем даже не мечтала в самом начале. И за этим стояла ежедневная работа. Оказалось, что вся сила в потенциале. Во время построения бизнес-группы мне пришлось многому научиться. Умение выстраивать деловые отношения, быть пунктуальной и решительной, умению строить планы. В Марикэй так организован бизнес, что карьера каждого движется по известному сценарию. Нужно только понимать свою цель, спланировать ее достижения и двигаться по намеченному плану. Это и легко, и трудно. Легко, потому что нужно освоить всего несколько простых приемов. Назначать классы, заказывать продукцию, продавать продукцию, привлекать новичков, обучать и мотивировать своих консультантов. Сложно, потому что это нужно делать постоянно, год за годом, день за днем. Никто, кроме вас самих, не может вам гарантировать успех. Только 3% людей записывают свои цели на бумаге, и именно они достигают больших высот в жизни. Наш план маркетинга дает нам право и преимущество планировать свои достижения на большие и короткие этапы, и, следуя стратегии, реализовывать каждый этап для получения результата. Время движется вперед, с вами или без вас. Вы лидеры, и вы должны двигаться вперед. И это движение можно осуществить только благодаря планированию. При планировании отвечайте на 5 главных вопросов. Первый вопрос – зачем? Чего вы хотите? Второй вопрос – когда вы этого хотите? Третий вопрос – как разбить свой план на этапы? Четвертый вопрос – что нужно сделать в каждом этапе? И пятый вопрос – кто будет с вами при выполнении задач каждого этапа? Таким образом, вы разработаете стратегию своего достижения. План нужен для любого достижения или задачи, будь то приглашение клиентов на гостевую встречу или приглашение новичков в свою бизнес-группу, появление новых финалистов программы «Красный пиджак» или появление своих дочерних лидеров, а также личные достижения в вашей карьере. Приведу пример. Когда я планировала статус ведущего лидера, я поняла для себя, что этот статус повысит мою уверенность и поможет консультантам поверить в возможности карьеры. Год я разбила на 4 промежуточных этапа, в каждом из которых определила проведение мероприятий и поездок. Затем я выбрала консультантов, у которых было серьезное отношение к бизнесу. В моей бизнес-группе было 25 звездных консультантов. В середине каждого месяца я писала им письма, сколько им осталось до звезды и как составить списки организаторов мастер-классов и новичков. Какие мероприятия по привлечению нужно проводить и что является главным при проведении бизнес-интервью. А также, насколько важны ежедневные контакты и индивидуальные встречи. В итоге 10 из них стали лидерами. Я выбирала тех, кто понимает, что цели жизненно необходимы, тех, кто не боится того, что результат может быть получен не сразу, тех, у кого высокая самооценка, кто сама знает, чего она хотела бы добиться,
тех, кто позитивно воспринимает изменения. Планирование – это хороший инструмент для самоорганизации. Известно, что время, потраченное на планирование, в несколько раз экономит время на реализацию самого плана. Самоорганизация возрастает, так как есть сроки. Планирование помогает также установить приоритеты в бизнесе и в жизни. Мы становимся эффективнее при решении конкретных задач в конкретные сроки, а значит, у нас появляется больше времени для нашей жизни. И очень важно то, что планирование программирует сознание и расширяет потребности и желания достичь определенных вещей. Перед вами появляется яркая картина вашей новой жизни. Другими словами, вы запрограммированы на рост, на результат, на достижение того, чего вы хотите. Помните, как об этом писала Мэри Кей Эш? Мы часто говорим себе «однажды», но хочу сказать, что это «однажды» может не наступить никогда. Вы должны планировать свою работу и работать по плану. Давайте представим, что вы уже получили то, что хотели. Ваше достижение осуществилось. Вы ощутили необыкновенный подъем и радость. Теперь самое главное – не терять его и с энтузиазмом действовать. И для получения гармонии и поддержания этого энтузиазма важны как большие шаги, так и последовательные маленькие действия. И в вашем плане должны содержаться не только стратегия, но и конкретные этапы, сроки, необходимые ресурсы, анализ и оценка результатов каждого шага. Если есть план, вы соблюдаете гибкий подход, но вместе с тем видите перспективу и не меняете главного направления. Вы фокусируетесь на достижении, а не на существующем в данный момент ресурсе. И только в процессе движения, согласно плану, происходит усиление этих ресурсов. Вы наращиваете свой потенциал и приобретаете необходимые знания и опыт для получения результата. Для примера я расскажу вам историю одного лидера, который очень хотел сесть за руль своего автомобиля от компании. Думая об этой программе, она все время боялась приступить к ней и все время спрашивала, с каким объемом продаж нужно начинать выполнение программы. Я советовала ей, что правильнее будет оценить не количество базовых единиц, а количество действий, которых должно быть гораздо больше, чем раньше. Правильнее будет оценить свой энтузиазм и способность работать ежедневно. Составить планы на каждый квартал, каждую неделю, на день. Мы обсудили, что в каждом плане необходимо оценивать свои ресурсы времени и людей, сроки, мероприятия и их качество. Что нужно регулярно анализировать и контролировать планы консультантов и свой главный фокус. Трудно в самом начале, но план на бумаге, который превращается в конкретные встречи с конкретными людьми, конкретные звонки в мастер-классы и гостевые вечера, он помогает наращивать потенциал лидера и регулировать действия. Растут и личный темп, и поддержка консультантов. Появляются новые мысли, новые события, новые лица. И вот она уже за рулем своего автомобиля. Никогда не останавливайтесь на достигнутом. Смотрите шире, будьте настоящим лидером. Для меня, когда я стала лидером, большой мотивацией была моя первая поездка в Даллас, в десятке лучших по личным продажам. Именно поэтому я превзошла планку 100 клиентов очень быстро, и 10 личных новичков в месяц было для меня нормой. И эта поездка и встреча с Мэри Кей Эш расширила мое видение карьеры. Лидер, который планирует любое достижение, думает в первую очередь о своей готовности действовать, а также о людях, которым помогает составить и выполнить их личные планы. Каждый день нужно спрашивать себя, с кем я сегодня провожу бизнес-интервью, кто мой следующий новичок, кто мой следующий дочерний лидер. Достойная цель подобна энергичному упражнению. Она заставляет напрягаться, говорила Мэри Кей Эш. Да, мы с вами знаем, что задачами лидера являются такие, как личный бизнес, собрание и обучение в группе, коммуникации, индивидуальные встречи с людьми, работа в офисе. Распределите между этими задачами свое рабочее время в правильной пропорции. Своим временем можно и нужно управлять. Как известно, небольшое время, потраченное на составление плана, окупается впоследствии многократной его экономии. Ошибки, которые тормозят планирование достижений. Иногда лидеры уделяют много времени людям,
которые не хотят достижения и роста, тем, кто не присоединился или хочет уйти. Спасение таких консультантов может вам стоить многих месяцев и лет, так как 90% времени уходит на решение проблем, связанных с низкими продажами и потерями. Вместо этого работайте там, где есть отдача, а именно больше времени с новичками, больше времени с лучшими людьми, лидерами продаж и привлечения. И отведите 10% времени для всех остальных членов бизнес-группы. Успешные лидеры не должны брать на себя ответственность за чужое поражение. Ваша работа – признавать женщин с потенциалом и предлагать им невероятные возможности, а также обучить такого консультанта профессиональной работе, поставить ей цель и верить в нее больше, чем она сама. Остальное за ней. Не страшно, что кто-то пробудет рядом с вами один месяц, один год, а кто-то всю жизнь. Дать ей возможность выбора – это самый большой ваш подарок для нее. Мне знакомы лидеры, которые, достигнув одну цель, остановились надолго. В результате они жалеют себя и обвиняют других. Их остановка – это на самом деле откат назад. И чтобы этого не случилось, надо, чтобы на смену одной цели сразу же приходила следующая. Часто не хватает настойчивости, и в результате этого теряется цель. Настойчивость – наиболее важное качество в лидере. Иногда кажется очевидным, что когда вы много и тяжело работаете, уже есть за что себя похвалить, и результат, кажется, обеспечен. Оказывается, это не так. Надо понимать разницу между понятиями «быть всегда занятой» и «быть эффективной». Быть занятой означает зарываться в мелочах, теряя ориентир. Эффективно же в том, чтобы всегда концентрироваться на главном, выбирая верный путь и правильно делегировать задачи. Для этого мыслите глобально и действуйте решительно. Часто в моей практике лидеры задавали себе вопрос, кем в глазах консультантов должен быть лидер. Ваши консультанты должны видеть в вас такого лидера, которому они хотели бы подражать. Безусловно, лидер, усиливающий и развивающий свою позицию постоянно, производит благоприятные впечатления и обладает притягательной силой. Он способен повлиять на решение консультантов повторить карьеру лидера и повести их к победе. Опасность может быть в том, что на каком-то этапе лидер успокаивается, не подтверждает ежедневно своего лидерства и довольствуется малым. Если успешно завершился месяц или вы достигли минимального уровня продаж, надо спешить повысить свою планку и идти дальше. Без планирования долгосрочного или краткосрочного вы рискуете потерять фокус и не сможете прогнозировать рост из-за дефицита времени, которое легко можно растратить. При планировании выполняйте 5 простых правил. В своем сознании и в своей внутренней установке примите решение к действиям в сторону достижения во что бы то ни стало. Организуйте группу поддержки вашего плана из консультантов и ваших дочерних лидеров. Продвигайте вашу цель всеми доступными способами. В новостях, на своих мероприятиях, в личных рассылках. Контролируйте план каждого этапа, взаимодействуя с людьми, получая обратную связь. И каждый раз отмечайте полученный результат признанием успеха участников вашей цели. Это может стать хорошей деловой привычкой. Не изменяйте ей, и вы станете той, кем всегда хотели стать. Уверена, у вас все получится.